Станция окружена сильным защитным полем и по своей огневой мощи превосходит половину флота. Ее система обороны рассчитана на прямую крупномасштабную атаку. У небольшого однопилотного истребителя есть шанс проникнуть за линию обороны. Простите, сэр, но что может один истребитель против такой громадины? Империя не считает однопилотные истребители угрозой для станции, иначе бы они уплотнили оборону. Анализ чертежей, доставленных принцессой Леей, выявил уязвимое место в боевой станции. Приблизиться к ней нелегко. Вам придется залететь в этот жёлоб и подходить к цели на бреющем полете. Ширина цели всего 2 метра. Это створ газоотводной шахты системы охлаждения реактора. Шахта напрямую соединена с главной силовой установкой. Точное попадание запустит цепную реакцию, которая уничтожит станцию. Только прямое попадание запустит цепную реакцию. Там лучевая защита, поэтому нужны протонные торпеды. Я думаю, это под силу только компьютеру. Нет, ты ошибаешься. Я дома бил крыс вомпов из своего Т-16. Они не больше 2 метра. Все ясно. По машинам. Да прибудет с вами сила.